Nice. I don't know this map. Map so-so. Nice. So-so map. You speak Russian? Maybe Ukraine? No, Turkish. Turkey. So-so, брать. Значит будем дышать в унисон только так. Ментальное какое-то понятие. Блядь, карта максимальная, конечно. Стоп, дружище. Я сейчас буду говорить очень важную инфу, поэтому не переключайся и ни в коем случае не вырубай видосик. Дорогой друг, если тебе нужны на аккаунт цепишки по очень выгодной цене, если тебе нужны цепишки на аккаунт, где заблокирован магазин с цепишками, если тебе нужен боевой пропуск на аккаунт, где опять же заблокирован магазин с цепишками, либо просто ты хочешь очень выгодно донатить, то я рекомендую тебе посетить магазин игровой валюты, который называется Lumumba Shop. Это мой личный магазин, где я лично занимаюсь начислением игровой валюты, отправлением боевых пропусков и, что немаловажно, созданием готовых индийских аккаунтов. Друг мой, если ты хочешь без головной боли с уверенностью получить цепишки по выгодной цене, обращайся в Lumumba Shop, все сделаем в лучшем виде. Ссылочку на мой телеграм-магазин вы можете найти в описании к этому видеоролику, там же вы можете почитать отзывы довольных покупателей. Господа, тратьте денежку с умом, не ведитесь на разводнички и также закупайтесь валюткой выгодно. Ну а мы возвращаемся к просмотру видеоролика. На мид идут через А. Хорош. А мы выжили. А мы выжили. Так, они через мид ходят. Да, мне, кстати, чем ты трючили? У меня вот стоит целеуказатель перк. Мне, сука, он сбивает. Я у меня в голове как линия фронта, что это типа. Ну типа не без восприятия. Короче, идет урон. Бля, на А заходят. Через медуху все идут. Так, все, собраться. Пайман, go A. Go A. Бомба у тебя, стой и сиди, все. Стой и сиди. Шо ж. Сиди, сиди, живой. Nice work. Get ready for the next round. Так, мне одна не зашла перышко. Типа, мне одному не зашло перышко. Не, перышко хорошее. Перышко лютая эмба. Видать, ты просто не почувствовал вайп этого оружия, если я правильно понял. Ёб твою мать. Блядь, как это переключилось оружие? Блядь, так ты заебал. Персик, ёбаный. У меня переключилось оружие на нунчаке, блядь, это кнопка. Короче, наплужили только что. Лево. Эдик, делай клатч. Делай клатч, показывай мастер-класс. Еще. Лучший. Либен. Так, мифик перышко делает 7 оха займс, простите за маты. Оха йоха займс, что это такое? Да, хрычик правильно, там, мне кажется, будет. Идут, лево. Блядь, да ладно, сука, как... Дексти, как ты мог его пропустить, объясни мне. Я другого чека, и на меня этот. Аркам на нет, да.
Ты горишь как огонь. Я про свое очко прям сейчас. Блять, пиздец. Это карта, брат. Это карта, которая. Вот когда ты карту не знаешь, это срака. Вот из-за этого надо, блядь, играть побольше. Destroy the objective. Bomb acquired. Ждать, надеяться, что не пойдут на. Göremiyorum bile adamı. Ну один точно пробежал на. Да где-то снайпа работает. Стягивайтесь. Все, готов. Отлично. Все, ну короче, надо собираться. Но все равно чисто случайно повезло, то что типы на пытались на прорваться. Может, они опять сейчас это будут делать? Надо попробовать их встретить. Или попробовать все-таки мид. Ладно, сейчас я решу. Ах ты, ёб твою мать. Выжил. Блядь, ну шо... Как уже в спину могли зайти, вот объясните, я не понимаю. Просто, ну откуда эта шповосатая вылезла? Пока воюешь, в спину зашли, я не понимаю. Слева идут. Крич, слева. Вот ты на ашке там слева идут? Или ты не на ашке? Он где пойман, да. Там две стороны, братья, две стороны крупные. Ну понятно. Как, тактика херня, надо ставить, становиться на точку и встречать их. Ну типа все. Берем бомбу, становимся на по углам все и сидим, никуда не вылазим. И просто как вонючие мышки и впереди сидим, потому что, ну, блядь, их надо встречать, только так. Походу, они просто карту лучше, чем мы знаем. Справа одного слышал. Блядь, у меня к вам идет. На подкате дался снайпы шот, ёбаный дурак, смотри, что делает. Сука. Ну, это хороший такой. На ашку спину заходит вам, там, где мой друг. Abi siktir git amına koyacağım ya. Da. Harada bilmem çok kötü ya. Left. Слева. Да. Двое. Не, ну типы лютые. Ну, либо типы лютые, либо мы пока не слишком сильные для этого режима. Но все равно, блядь. Мы просто не знаем этой карты. Вот, блядь, ну это объяснение. Давайте мид попробуем рашнуть именно, типа, в лоб чисто. Ну, не знаю, на тактике разные пробуют. Встречать хуй получается, потому что они... Ах ты, сука. Вверху на втором этаже. На миду. Нихера себе у него зажим с QQ9, ё-моё, вот это маньячел. Двойка осталась, но в принципе тактика более-менее рабочая. За, ой-ой-ой-ой-ой, давай. Лучше, одного дожать надо. Слева вверху был, слева второй этаж. Ну план капкан, встречай. Идёт, да. Блять, этот ёбаный радар, это просто какая-то лютая имба. Давай. Лучший. Короче, тактика работает, идем по новой. Идем снова мид, снова по максимуму сбриваем, сколько возможно. И надеемся, что кто-то чуть лучше карту знаем, чем мы, и они ее заберут раунд. Блять, это не то. Мид всей толпой. Сбриваем как можно больше. Бля, никого нет на биту, пизда. Есть один еще. Минус один. Адам, снайпер на бизин бейза басмиш, я. Нерис,
блядь, это... Увидел. Лучше. Отлично. А, мы выиграли. Еее! Челы со снайпой, спину, с перка мертвая тише, это крысы, кони, спичка помета, никого не хотел обидеть. Но я тебе скажу, что по поводу крыс и всего остального, то что мертвая тишина это дефолт для режима найти уничтожить в априори. Ну типа, ты ставишь этот режим, ты сразу идешь в синий перк и ставишь мертвую тишину. Но единственное, что мертвая тишина работает только на приседках. Юма даже MVP умудрился взять, это просто изумительно.